39-летняя Ким Кардашьян, Ким Кадашейн, разоткровенничалась о своем материнстве. Она призналась, что на пути к семейному счастью оказались личные страхи и переживания. Американская звезда реалити-шоу воспитывает 42-летним мужем Канье Уэстом 6-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта, 2-летнюю Чикаго и 8-месячного Псалма. Рэпер недавно заявил, что мечтает о пополнении в семье. Он хотел бы еще 3 наследников. Ким пока не разделяет энтузиазма своего избранника. Знойная брюнетка согласна, что дети – это большая радость, но она опасается становиться матерью еще нескольким малышам. Кардашьян призналась, что работа и 4 детей отнимают все ее время. Она сконцентрирована на развитии своих проектов и не всегда успевает с делами. «Я просто не могу увеличить семью, не уверена, что хочу пройти ЭКО, мне скоро исполнится 40 лет. Я не хочу быть пожилой мамой. Я считаю, что 4 – тоже хорошо, всем же нужно уделить внимание», – призналась звезда. Кардашьян пережила много негативных моментов, когда была беременна в первый раз. Официально телезвезда была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом, но уже 7 месяцев встречалась с Канье Уэстом. «Я не знала, поженимся ли мы, будет ли этот ребенок. Это все было новым для меня. Я так переживала, что у меня случился выкидыш. У меня открылось сильное кровотечение и очень болел живот», — призналась Ким. Она нервничала и готовилась к гинекологической операции. Но, к счастью, все обошлось, что она считает чудом. Светская львица отметила, что ее мать Крис Дженнер до сих пор тратит много сил и энергии на своих наследников. Телезвезда с юмором рассказала об отношениях с родительницей. «Мы до сих пор не перестаем ее мучить. Я звоню ей постоянно, целый день», — подчеркнула модель. Кардашьян родила самостоятельно 2 старших детей. Врачи запретили ей беременеть из-за возникших проблем со здоровьем. Младших наследников паре подарила суррогатная мать. Ким и Канье посещают сексолога. Они решили вернуть страсть в свои отношения. Американка ошеломила фанатов дерзким образом в латексе. Кардашьян раскрыла секрет своей впечатляющей фигуры.